Welcome back, it's Richard here. We are still in Pripyat and exploring, and yeah, we want to do this side mission here, kill this snitch. It's a side mission by Sidorovich, but we need to be very careful because Pripyat is full of monolith, so I guess I'm going to die a few times. Let's see. If you like the content, please consider to subscribe to the channel and to get updates when I upload new videos. Enjoy. Оставляй меня, монолит. Не оставляй нас, твоих детей. Никому не верь, кроме монолита и братьев твоих. Никому.
Враги близко. Такова воля Монолита. Мы знаем, что они хотят. Но мы выполним свое предназначение. Мы защитим Монолит. Но пришел тогда первый от Монолита и сказал: «Вразумитесь». Но не слушали они. Они думали застать нас врасплох. Но великий Монолит дал нам силу. Открыл нам глаза. Монолит — это свет и знание, знание и свет. Он вернется. Вернется. И придет день, и воссияет вновь Монолит во славе своей. Мы сильны твоей волей, Монолит. Ты нам... Yep, died the first time. Monolith, великий Монолит, где ты? Монолит, почему ты оставил нас? Мы плачем. Мы ждем. Ты не уйдешь. Умирай! Покинутым детям своим. Убирайте Монолита! Искорите!
Сейчас ты будешь уничтожен. Монолит. Ты не скроешься от слуг монолита. Я ранен, братья. Вперед, братья. Монолита. И придет день, и воссияет вновь монолит.
своей. Мы сильны твоей волей, Монолит. Ты направил нас. Ты дал нам видеть и знать, почему мы не слышим твой голос. И в тот день, когда будет признан достойный, Монолит вернется. Он вернется и возрадуется. Он возрадуется. Не оставляй меня.
монолит. Не оставляй нас, твоих детей. Никому не верь, кроме Монолита и братьев твоих. Никому. Враги близко. Такова воля Монолита. Мы знаем, что они хотят. Но мы выполним свое предназначение. Мы защитим Монолит.
когда первый от монолита не сказал «вразумитесь». Но не слушали они. Они думали застать нас врасплох. Но великий монолит дал нам силу. Открыл нам глаза. Оставляй меня, монолит. Не оставляй.
знать, почему мы не слышим твой голос. И в тот день, когда будет признан достойным, монолит вернется. Он вернется и возрадуется. Он возрадуется. Братьев твоих. Монолит — это свет и знание, знание и свет. Он вернется, вернется. И придет день, и воссияет вновь монолит. Okay, I guess this is the next target here. Сильны твоей волей, монолит. Росток. Ты направил нас. Ты дал нам видеть и знать, почему мы не слышим твой голос. Yeah, but I think I will still explore Pripyat a little bit more when I'm here already. Оставил нас.
монолит. Живым своим монолита. Твой свет. Да, укрепится этим монолит. Монолит — это свет и знание, знание и свет. Он вернется. Вернется. Оставляй нас, твоих детей. Но пришел тогда первый от монолита и сказал: «Вразумитесь». Но не слушали они. Они думали, okay, let's explore here the top part. Но великий монолит дал нам силы. Открыл нам глаза. Thank you.
Well, we're not going there yet, I guess. We can see the the power plant back there, Chernobyl. I guess that's it, but we're not going there yet. But we will find sooner or later. Let's finally check out this big wheel here, which is almost on every cover of something of stalker related articles and stuff like that. You've probably seen that, so let's check it out.
Okay, I think let's quit the video here. As always, if you liked the exploration, I know I'm kind of a slow player, please consider to subscribe and see you on the next video. Bye bye.